Из-за сильнейшего наводнения в области Эмилия-Романья десятки городов и поселков ушли под воду, тысячи человек остались без крова, 9 человек погибли. Мощное наводнение обрушилось на область Эмилия-Романья в Италии. Неподалеку от Болоньи обрушился мост Мота через реку Идиче. Мощное наводнение накрыло северо-восток Италии. В области Эмилия-Романья более 20 рек вышли из берегов, десятки городов и поселков ушли под воду, 5000 человек остались без крова, а 9 признаны погибшими. Катастрофу вызвали аномальные дожди. За последние 48 часов в регионе выпали рекордные 300 мм осадков. А за последние 2 недели зафиксирована 7-месячная норма. Сообщается о многочисленных сходах селей и оползней. Более 30 городов оказались в эпицентре наводнения, которое губернатор Стефано Боначчини сравнил по масштабам разрушений с землетрясением. Из-за наводнения отменили гран-при Формулы-1, который должен был состояться в Имоле. Официальное заявление опубликовано на сайте Формулы-1. Это апокалипсис, признают итальянские СМИ. Спасатели достают людей с крыш и деревьев. Погибли те, кто не успели эвакуироваться. В основном это старики, утонувшие в своих домах. Мы слышали крики о помощи, а потом наступала тишина, передавали очевидцы. Не исключено, что число жертв вырастет, поскольку несколько местных жителей считаются пропавшими без вести. Не менее 100 тысяч человек остались без связи, в области повсеместно перебои с электричеством. Более 5000 ферм оказались под водой с теплицами, питомниками и конюшнями, где находятся утонувшие животные и десятки тысяч затопленных гектаров виноградников. Киви, слив, груш, яблок, овощей, зерновых и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Предварительный ущерб от стихии оценивается в несколько миллиардов евро. Местные власти уже пообещали пострадавшим жителям замораживание ипотечных кредитов и налоговых сборов.